Здравствуйте, в эфире программа «Покупай наше» и я, Елена Бочкарева. В последнее время каждый человек все чаще задумывается о собственном здоровье и о чистоте окружающего пространства. И первое, на что мы обращаем внимание, это экология нашего жилища. Давайте попробуем разобраться, как же сделать свой дом безопасным и на что обратить внимание при выборе экологически чистых материалов при строительстве дома или квартиры. Безусловно, самым натуральным материалом является тот, который создала сама природа – дерево. Именно его в производстве своей продукции и использует группа компаний ДОЦ, расположенных в поселке Большое Полпино. Наша съемочная группа отправилась туда, чтобы понаблюдать за процессом производства оконных конструкций из клееного бруса, который не только наполнит каждое жилище чистейшим воздухом, но и выгодно его украсит. Самый первый вопрос, который наверняка интересует всех, это откуда привезена древесина для будущих оконных конструкций. Ведь от этого зависит экологичность жилища, которое украсит окна. Круглый лес на предприятии привозится со всей Брянской области. И прежде чем попасть на производство, древесина проходит радиологический контроль. Только после этого привезенный лес сортируется. На производство оконных конструкций из клееного бруса идет отборный лес. Только большие диаметры и первые, то есть идеально чистые и ровные, и вторые реза, допускающие один сучок на метр. Столярный кряж поступает на распиловку, на ленточные пилорамы, где, соответственно, есть схема распиловки для каждого определенного диаметра. Для чего это надо? Для того, чтобы станочник выбрал по максимуму радиальный распил, так как он ценен в древесине, он стабильно себя ведет и, соответственно, его выше износостойкость. Высококачественный материал и современное оборудование, используемые группой компаний ДОЦ, гарантируют надежность и прочность деревянных окон. Ни одно другое сырье не может доказать свою долговечность на практике, как это может сделать древесина. Оконные конструкции, произведенные на предприятии, выдерживают большие перепады температур и в разы долговечнее пластиковых. Это продукт абсолютно экологичен. В чем его экологичность? Ну, то, что в качестве конструктива используется дерево, это раз. Второй момент. То, что используются водные лаки, это два. То есть это окно в процессе эксплуатации дышит. Дышит, и при том, при всем, оно сохраняет свой дизайн. То есть это окно, правильное деревянное окно, оно является украшением дома. То, что деревянные рамы дышат, помогая при этом поддерживать в помещении естественный уровень влажности, знают, наверное, все. Воздухообмен происходит сквозь мельчайшие поры живой деревянной структуры. При этом даже наносимые лаки и специальные растворы не мешают деревянной раме дышать. Но вернемся к процессу производства оконных конструкций. Прежде чем попасть на грунтовку и покраску, заготовки отправляются на сушку. В технологию посушки идет пропарка и кондиционирование. Для чего это делается? Для того, чтобы в самой древесине было мало уменьшить напряжение и дефекты после сушки. Первоначальная задается температура 42 градуса, идет пропарка для того, чтобы выровнять влажность по самой древесине. Потом идет сушка. После сушки, соответственно, идет кондиционирование, чтобы выровнять, опять же, влажность и снять напряжение в древесине. Затем высушенная древесина попадает на калибровочный станок. Он обрабатывает заготовку с четырех сторон, уменьшая припуски для дальнейшей обработки и устраняя дефекты. После того, как сделали предварительную калибровку, подается на итальянскую линию оптимизации – расторцовка. Соответственно, в заготовке подклеенный брус ни сучков, ни смоляных кармашков не должно быть. Они вырезаются. После того, как мы рассортировали, подаются на линию сращивания, еще я раз повторюсь, сращиваются отдельно ламели по длине, сращиваются у нас на немецкий клей клейберит с отвердителем. Это дает водостойкость D4, то есть выдерживают воду, соответственно, испытания при пропарке 3 часа, он не расходится, эти клеевые швы. Во время склейки на древесину наносится специальный экологичный и безвредный клей. Он не только обеспечивает прочность конструкции, но и сохраняет ее 100% натуральный и экологически чистый. После выдержки заготовка проходит чистовую калибровку и только после этого подается на вертикальную вайму. Здесь происходит склейка нескольких заготовок.
Склеенный брус выдерживается сутки для полного затвердения клея. Затем следует очередная чистовая калибровка и профилирование бруса. На угловом центре производится зарезка шипа, рамы и створки и обработка внутренних поверхностей. Затем производится склейка на вертикальной вайме, специально для склейки окон. Выдержка 20 минут. И, соответственно, где-то еще 12 часов она выдерживается для полного затвердения клея, отверждения клея. Затем подается на угловой центр, второй САК 4ТЛ, где производится по периметру обработка наружных поверхностей, то есть створки и рамы. Кстати, угловые центры, на которых производится обработка деревянных конструкций, итальянские. Недавно на предприятии обновили оборудование, все импортного производства. Вызвано это было необходимостью. В начале января этого года здесь случился пожар. Огонь уничтожил не только готовую продукцию, но и машины. Так что воссоздавать цеха группе компании «Dots Plus» пришлось буквально с нуля. Мы долго совещались после этого чрезвычайной ситуации, восстанавливать ли нам это производство. Мы пришли к тому, что мы пошли на определенные немалые издержки, мы полностью скомплектовались новым импортным оборудованием, мы сохранили коллектив, и мы продолжаем выпускать окно. Но прежде чем стать внешне привлекательной, обработанная деревянная конструкция подается на участок сборки и шлифовки. Здесь у производителя тоже есть свои секреты. Чтобы поверхность получалась идеально ровной, сначала она смачивается водой. Это делается для того, чтобы волокна набухли и шлифовальная машинка убрала все лишнее. Для достижения желаемого результата подобную процедуру необходимо провести как минимум 3 раза. Делается вторая водная провокация, еще раз волокна поднять. Но уже, соответственно, волокна меньше поднимаются, потому что были убраны на первую шлифовку. После высыхания ее идет опять шлифовка 120-100 микрометров. Затем делается третья водная провокация. Это делается на створках. Но и на этом процесс шлифовки не завершается. Рамы грунтуются, высыхают и снова попадают в руки шлифовщиков. На этот раз деревянные поверхности шлифуются вручную губками. Работа, говорят специалисты, долгая и кропотливая. Но во многом именно шлифовка влияет на качество окна и на то, насколько плотно и однородно ляжет лакокрасочное покрытие. Лаки у нас экологически чистые. То есть не нитро, как раньше использовались, а на водной основе, то есть разбавляются, можно разбавлять водой. Соответственно, наносится система, мы используем лакокрасочную немецкую, наносится пистолетом ручную покраска первого лака, вешается на конвейер, соответственно, происходит сушка. На малярном участке поддерживается определенная температура 20-22 градуса и влажность не выше 70%. После нанесения первого слоя на раму или створку наносится второй слой лака. Немецкие производители дают гарантию на свою продукцию, то есть покрытие 15 лет. Но не только экологичность и долговечность являются преимуществами немецких красок. В предлагаемую покупателю палитру входит около 30 цветов и оттенков, от натуральных полупрозрачных до самых ярких и смелых. Кстати, проэкспериментировать вы можете не только с цветом ваших будущих окон, но и с их дизайном и даже формой. Группе компании «Dots» не доставит сложностей сделать специально для вас конструкции в форме круга, квадрата или даже ромба. Здесь у нас работают и конструктора, и дизайнеры, и подход абсолютно индивидуален каждому клиенту. Это окно абсолютно другого поколения. Окно – это абсолютно мебельное качество продукта, которое должно сохранять свои качественные показатели на многие годы, в течение 10, 15, 20 лет, не менять своих свойств. При том, при всем, что оно контактирует с внешней, с агрессивной внешней окружающей средой. Правда, в зависимости от сложности конфигурации, фурнитуры и от породы дерева варьируется и цена. При изготовлении оконных конструкций на предприятии используют сосну, лиственницу или более элитные породы – дуб и ясень. Вообще потребитель должен четко понять, что вот если говорить, сравнивать в формате пластиковых окон и деревянного окна, да, деревянное окно или клееная деревянная конструкция, она порядка на 20% дороже.
Но в плане удобства эксплуатации, это раз. И в плане экологичности эти 20% стоимости, она незначительно перекрывается. Дополнительными плюсами деревянных окон служит повышенная шумо- и теплоизоляция. В современных конструкциях используется двухкамерный стеклопакет. Соответственно, это означает значительное улучшение шумоизоляции по сравнению со старыми конструкциями, установленными в типовых зданиях. Древесина считается и лучшим теплоизолятором, которому нет аналогов на строительном рынке. Низкий уровень теплопроводности исключает возможность возникновения в оконных рамах конденсата. И даже в самые сильные морозы деревянные окна отлично сохранят тепло вашего домашнего очага. Немцы говорят как? Если человек живет в собственном доме и имеет пластиковые окна, это то же самое, что пить шампанское мадам Клико из пластикового стакана. То есть абсолютно нелогично. Тот уже как бы даже бизнес-класс, который существует, ну, в жилье, в чем-то, да, его обязательным атрибутом является правильное деревянное окно. И пример этому – коттеджный поселок, расположенный в живописном месте Брянска. Прошлой осенью группа компаний ДОЦ приступила к реализации принципиально нового для себя проекта – строительству индивидуальных жилых домов улучшенной планировки и повышенной комфортности. Уже в этом году в Володарском районе Брянска по улице Чернышевского появится новый поселок клубного типа. Группа предприятий выполняет весь спектр общестроительных работ, начиная от земельных работ, заканчивая сдачей домов под ключ. К домам будут предлагаться земельные участки площадью от 6 до 20 соток. Все коммуникации будут подключены. На территории поселка расположится 25 коттеджей планировкой от 105 квадратных метров. Сейчас на участке в 2 гектара вовсю кипит работа. Многие дома находятся уже на стадии отделки. Кстати, все строительные материалы собственного производства, начиная от клееного бруса, паркета, дверей и заканчивая деревянными оконными конструкциями. Интерьер, выполненный в дереве, считают владельцы современных коттеджей. Признак не только высокого положения в обществе, но и благополучия хозяина дома. А группе компаний ДОЦ, как никому другому, удается удачно сочетать стили, внешние и внутренние формы и, самое главное, создавать атмосферу гармонии человека с собой и окружающим миром. На сегодняшний день продукция предприятия востребована, начиная от рынка Брянской области, заканчивая рынками Москвы, Подмосковья и странами ближнего зарубежья и Европы. Есть спектр продукции, которые экспортируются только за рубеж, определенная категория, которая востребована только там. Если говорить про рынок Брянской области, конкретно даже на примере этого поселка, мы можем сказать, что продукция востребована. На сегодняшний день без официального открытия продаж реализовано более 50% уже домостроений. Кому приглянулся один из коттеджей, или кто-то решился наконец-таки перебраться из душной квартиры поближе к природе, или если кому-то просто захотелось изменить микроклимат в доме, поставив деревянные окна, могут смело обращаться в группу компаний ДОЦ. Предприятие расположено в Володарском районе Брянска по адресу улица Инженерная, 25, телефон 72-60-82. Квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вас вопросы, а также проконсультируют по поводу приобретения как продукции предприятия, так и уже готовых домовладений. Достоинства деревянных окон, а также коттеджей, выполненных из этого природного материала, очевидны. Они сделаны из дерева, наличие которого уже говорит об экологичности и эстетичности. А о хорошей репутации и высоком классе группы компаний ДОЦ говорит тот факт, что ежемесячно на предприятии производится больше 600 квадратов качественной продукции. Большой ассортимент оконных конструкций, разнообразие форм и наличие оригинальной фурнитуры позволяют не просто подобрать окно в квартиру или коттедж, но и буквально создать свое неповторимое жилище. С вами была Елена Бочкарева. Мы продолжаем знакомить вас с продукцией местных производителей. Оставайтесь с нами. До свидания.